Всем привет, друзья, это снова я. Пардон. Это снова я. Чебурашка, как обычно. И вон детский сад. Детский сад. Если. Я школу. Едем мы, в общем, да. Сегодня второе число. Видео маленько сдвинулось. Чуть-чуть. Сам Новый год у меня снять не получилось, у меня телефон тормозит. Тормозит со страшной силой. Поэтому. Ну, пацаны покажут, что там за либерду. Покажете, что за билиберду вам Дед Мороз подарил. Что-то это не билиберда. Это хуй. Прелесть какая. А сейчас мы едем к родственникам. Чебурашки. Александр. Новый год продолжается. Там что-то поснимаю. Но там особо снимать нечего, я уже летом снимала. У них там прикольненько у них летом. Сад, огород, все дела, растительность. Смотрите, второе число. Люди уже, видимо, отдохнули. И машина-то так это. Ну, не прям. Даже книжный рынок работает. Прикиньте. Второе сегодня. Это что за бюро? Вот. Но что-нибудь там поснимаю. Все. Ехать нам где-то час. Сама серьезность. Прям рядом не чихни. Все на своей волне. Непонятная история. В общем, едем, друзья, в гости. Голодать гости. Приеду, поснимаю. Вам что-нибудь. Подумала, что это облака такие странные, а это нет, это выхлопная труба. На нашу чехарду еще до кучи. Вообще будет супер. Сыр черный, видели? Меня нет тоже. Пришел в гостях. Мы же говорили,
по-моему, где? Он же, видишь, вот... Да. Ладно, не знаю, куда положить. Собака. Марина, сядет. Йоу, эй, Бобик. Ай, не. Сидели, решили выйти, холодно, удобство, что на улице, понимаете, все на улице, скользко, блин, собака-бяка, сейчас скоро поедем домой, уже там нашу чехарду тоже надо кормить, уже голодает. Блин, холодно, капец, морозит. Прям даже как-то не по себе. Чебурашка. Голубять не своя. Голубей разводят. Это Саша на родственники. Ну там так запашок такой есть здесь. Ну потому что их там много. Теплица вот их не. Я летом показывала, там прям огурчики, помидорчики, красота. Капец, холодно. Еще немножко поедем. Я вообще хотела уехать, пока светло. Мы можем уехать, пока светло, чтобы не в темноту. Собака. Ты замерзла, собака? Собака замерзла. А я вообще за ду-ду-ду выбегу. Собаку Герта зовут. О, это вторая. Это Кузя. Бывает, как наша чехарда. На всех кидается. Мы устали, мы все замерзли. Сейчас поедем уже обратно. Уже сил никаких нет, темнеет. Сейчас еще не знаю, сколько будем ехать домой. Ладно, друзья, всем хорошего настроения, всех с праздниками. Всех обнимаю, всем пока.